Всем привет! Продолжаем смотреть интересные картины известных художников. Арест Адамович Кипренский. Портрет лейб-гусарского полковника Евграфа Владимировича Давыдова. 1809 год. Масло холст. Размер 162 на 116. Поступил из Академии художеств в 1897 году в Государственный русский музей. Вот как описывает эту работу искусствовед Михайлова Кира Владимировна. Кипренский написал портрет Давыдова в 1809 году, указав эту дату собственноручно в одном из документов. Художнику было тогда 26-27 лет, и прошло только 4 года с тех пор, как по окончании Академии художеств для него начался период самостоятельного творчества. Одаренность Кипренского сулила многое. До Давыдова им было уже написано портрет отца в 1894 году и учебная программа Дмитрия Донской по одержанию победы над Мамаем в 1805. На фоне рассудочных академических композиций произведения Кипренского выделялись своей эмоционально-драматической напряженностью. Евграф Владимирович Давыдов служил в лейб-гвардии гусарском полку и чин полковника получил в 1807 году. Он был участником многих кампаний, сражался под Аустерлицем, Островным, Люценом, за битву под Лейпцигом в 1813 году, где был тяжело ранен, лишился ноги и руки, награжден орденом Георгия III степени и произведен в генерал-майоры. Место написания кипренским портретом точно не установлено, однако известно, что художник бывал в тульском имении родителей Давыдова и сохранились исполненные им карандашные портреты его отца и дяди. В 1812 году Кипренский представил портрет вместе с несколькими другими работами в Академии художеств и был удостоен звания академик. В том же году портрет показывался на академической выставке, после чего снова вернулся художник. Академия художеств приобрела портрет в 1837 году, уже после смерти Кипренского, его вдовой. Портрет Давыдова, наряду с портретами Авдулина и Пушкина, принадлежит числу наиболее прославленных произведений Кипренского. Художнику, как никому другому из современных ему портретистов, удалось разглядеть сугубо индивидуальном облике модели черты, типичные для эпохи, придать образу обобщающий характер. По уровню мастерства Кипренский не уступал лучшим портретистам времени. Тонкий колорист, блестящий рисовальщик, мастер композиции, он в полную силу проявил эти качества в портрете Давыдова. Но он придал ему также удивительную жизненность выражения и в такой степени раскрыл полноту эмоционального содержания, которое было недоступно живописцам рационалистического XVIII века. Долгое время портрет ошибочно считался изображением Дениса Васильевича Давыдова, поэта и знаменитого партизана Отечественной войны 12-го года, служившего в том же полку, что и Евграф, но чином ниже, и приходившийся ему двоюродным братом. Обнаруженный в архиве списки работ Кипренского, составленные в 1831 году самим художником, где указаны инициалы Давыдова, позволили восстановить подлинное имя портретируемого. Ну вот и все. Вот такая аннотация искусствоведа Михайловой Киры Владимировны. Портрет ли гусарского полковника Евграфа Владимировича Давыдова. Художник Арест Адамович Кипренский. Все, всем пока, всем привет, до свидания.